когда я оборжался, что там чувак какую-то шутку сказал, потом перестал ржать, и там Дмитрий сказал, короче, Дмитрий сказал, ты перестал ржать? Я говорю, батарейки кончились, блин. Тебе слово жопу скажешь, будешь молчать. Хулиган, скажи, когда смеяться, чтоб шутка смешная была. Кристин, ничего, если я тут это фигню несу. Вот хорошо.